Дорогие выпускники иностранного факультета, сегодня праздник. Я искренне поздравляю вас с ним. Я всегда говорю, когда это событие происходит, что вам тяжелее, чем российским студентам. Все дается. Вы приезжаете из разных стран, вы не говорите по-русски многие. И для вас сегодняшний праздник, он очень большой. Но в этом году, еще на фоне вот этой инфекции, эпидемии, закрытия общежития, тяжелейших условий для сдачи выпускных экзаменов, вы это все пережили с честью. И я желаю вам, чтобы теперь, получив дипломы, вы помнили свою альма-матер, чтобы вы работали с достоинством, с честью, чтобы вы осуществили все свои мечты в профессии. Пусть у вас все складывается очень хорошо, куда бы вы ни поехали. И пусть всегда с вами будет частичка вашей альма-матер. Вспоминайте о своем университете, и, может, через много лет приезжайте к нам, и мы будем всегда очень вас помнить и будем очень рады. Спасибо.